Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Эрудит, и сегодня я представлю вашему вниманию такую тему, как самое большое дерево в мире. Что значит большое? Это значит высокое, толстое, старое. Ведь все эти показатели важны, но нет такого дерева, в котором сочетались бы они все. Я расскажу вам о всех рекордсменах среди деревьев. Решайте сами, какое из них считать самым-самым большим. Итак, 10-е место. Княжеская яблоня. Уникальное дерево растет на Украине в городе Королевец. Эта яблоня, возраст которой около 2 веков, обладает невиданной у деревьев этого вида способностью укоренять ветви, опустившиеся к земле. После укоренения ветка дает побег вверх и появляется как бы новое дерево, но на самом деле являющееся тем же самым организмом. Поэтому уникальное дерево называют яблоней колонией. Один и тот же организм имеет много корневых систем и стволов, причем материнский ствол уже погиб и занимает площадь около 1 сотки. Деревья, по сути побеги, ежегодно покрываются листьями, цветут, а вот плодоносят лишь половина яблони, тогда как другая отдыхает, а на следующий год они меняются. Плоды горьковато-сладкие. У подножия яблони находится могильная плита одного из князей Мещерских, отчего яблоня и получила свое название. 9-е место. Баньян. Одна хорошо разросшаяся особь баньяна – это целый лес, потому что горизонтальные ветви дерева дают так называемые воздушные корни. Если только им удается коснуться земли, они укореняются и начинают расти вглубь, создавая настоящую корневую систему, и вверх, выращивая ствол, ветви которого вплетаются в крону близнецов других таких же деток. С точки зрения ученых, поскольку у всех деток совпадает ДНК, это одно растение. В Индии возле Калькутты растет великий баньян, крона которого покрывает площадь в 1,4 гектара, а возраст его 250 лет. У фикуса 3000 стволов, но главный из них погиб во время цунами. Впрочем, нередко самым большим в мире деревом по кроне считается большой баньян, растущий возле города Бангалор. Ему 400 лет, а площадь кроны 1,2 гектара. Оба баньяна принадлежат к виду фикус бенгальский. Баньяном же называют такой фикус, который способен давать воздушные корни. 8-е место. Прометей – одно из самых старых деревьев в мире. В середине прошлого века ученый Дональд Карри обнаружил в США в районе горы Виллер Пик очень старое дерево, которое позже и получило имя Прометей в честь героя древнегреческой мифологии. Он предположил, что возраст этого дерева составляет около 4000 лет. Технические возможности в то время не позволяли ботаникам выяснить возраст дерева, не спиливая его. Видно уж не втерпёж оказалось Дональду Карри, и он срубил удивительное растение. Это, кстати, была сосна. А его ствол распилил на части и разослал разным ученым, чтобы они смогли определить возраст Прометея более точно. По мнению ученых, дереву было более 5000 лет. Остается только недоумевать, так ли уж обязательно было уничтожать такой раритет. 7-е место. Мафусаил. По-видимому, это одно из самых старых деревьев из ныне произрастающих на планете, а долгое время оно считалось самым старым. Старейшему дереву почти 3000 лет, а точное место, где оно растет, неизвестно. Можно только с уверенностью утверждать, что огромное дерево сосна Мафусаил находится на территории национального заповедника в Калифорнии. Более точная информация скрывается с целью защиты сосны от вандализма. Нет даже фото долгожителя. Поневоле задумаешься, а существует ли дерево? 6-е место. Олд Джика. Самая старая в мире елка растет на склоне горы Фулу в Швеции. По мнению ученых, ее возраст далеко перевалил за 9000 лет. В это невозможно поверить, но ботаники считают, что дерево могло пережить многочисленные природные катаклизмы, случившиеся за 9500 лет на нашей планете. Ель исследовалась и раньше, но тогда она не была признана самым старым в мире деревом, потому что анализу подвергался ствол. Но это не материнский ствол, а один из отпрысков. Теперь ученые выяснили это вполне точно, определив возраст корневой системы, а вот он-то как раз и составляет 9550 лет. Уникальное дерево все еще понемногу растет, хотя всего лишь полвека назад ель засыпала из-за неблагоприятного состояния окружающей среды. 5-е место. Одно из самых толстых в мире деревьев – баобаб.
Баобабы рекордсмены по толщине, при этом у них очень рыхлая древесина, приспособленная к тому, чтобы накапливать большие объемы воды, а вот во время засухи использовать ее. Такое время баобаб теряет почти половину своего объема. В мягкой древесине удобно делать дупла и даже целые комнаты. Так можно встретить совершенно необычные способы использования баобабов с полой серединой. Такие повреждения случаются у деревьев этого вида часто и не приводят к гибели растения. Оборудованные под зал ожидания автовокзала, общественную уборную, бар и даже тюрьму. Диаметр наиболее толстого из известных баобабов составляет 9 метров, но и сейчас нетрудно встретить особи с чрезвычайно обширными стволами, чтобы обхватить которое придется встать в хоровод, состоящий из 30 человек. Четвертое место. Каштан 100 всадников. Растение возрастом предположительно около 4000 лет, произрастающее на Сицилии, возле горы Этна, это не дерево, это 5 сросшихся деревьев, что подтвердил анализ ДНК. Но все же это удивительный биологический организм, ведь диаметр, получившийся в результате ствола, составляет более 20 метров, а под его кроной с площадью 64 квадратных метра могут укрыться 100 всадников, чем и объясняется его название. Третье место. Туле. Говоря про самые большие деревья на планете, нельзя не упомянуть про дерево туле, которое весьма немолодо. По мнению одних ученых, ему 2000 лет, другие полагают, что 3, а некоторые думают, что даже 6000 лет. Это дерево довольно высокое, 40 метров, а диаметр его ствола составляет около 14 метров. Кажется невероятным, что это одно дерево. Можно подумать, что перед нами несколько сросшихся вместе деревьев, как у каштана 100 всадников. Но анализ ДНК подтвердил, что это один организм. Относится это дерево к роду кипарисовых, а его биологический вид – таксодиум мексиканский. Находится оно в Мексике в городе под названием Санта-Мария-дель-Туле. Про уникальное растение существует множество легенд, их охотно рассказывают индейцы. Дерево включено в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и в честь его ежегодно проводятся праздники. Второе место. Гиперион – самая высокая секвойя в мире. Самым высоким в мире деревом по высоте по праву считается гиперион секвойя, которую заметили 9 лет назад в национальном парке в США. Высота этого дерева составляет 115,5 метров. Сейчас рост приостановился из-за того, что верхушка повреждена дятлами. По этой причине ученые предполагают, что гиперион вскоре уступит пальму первенства своему ближайшему конкуренту – гелиосу. Это тоже секвойя в том же парке, но она пока пониже гипериона, на метр с небольшим. Однако гелиос растет, а нынешний рекордсмен нет. В то же время высочайшее дерево не является самым старым, его возраст едва превышает 900 лет. Не самым толстым и тяжелым. Так что счесть его самым большим деревом на планете все же нельзя. Первое место. Генерал Шерман. Представляем генерал Шерман, дерево, которое сейчас считается самым большим на Земле. Его высота, правда, сейчас несколько ниже, чем у гипериона, да и гелиоса тоже – 83,8 метра, а диаметр меньше, чем у туля – 11 с небольшим метров. Зато по объему и массе генерал Шерман превышает все остальные деревья. Так что с этой точки зрения это рекордсмен. Произрастает дерево в национальном парке США – секвойя. Относится к виду секвойя дедрон. Увидеть фото самого большого дерева можно, а вот само дерево нет. Ученые опасаются большого притока туристов к потрясающему воображению секвойя дедрону, что в принципе может привести к повреждению дерева в результате вандализма или к нарушению экосистемы, в которой привык находиться генерал Шерман. А на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.